Заходите и подписывайтесь на канал Андреев71 Тула, канал о спиннинговой и фидерной рыбалке, активном отдыхе на природе, обзоры водоемов, способов ловли, снастей, приманок и вспомогательного оборудования и снаряжения. Канал «Будни тракториста» рекомендует. Ссылочка в описании под видео. Так, рабочий день начался, в принципе. Сгонял я на УАЗике в рейс в Зорино, на базу Мелехов, завез комбайнеров. Потом с Максимом Сергеевичем на УАЗике поискали Олеговую лестницу, которую потерял пару дней назад. Но не нашли. Сейчас немножко занялся мазом, надо подлить маслица. Вчера я, когда собрал двигатель, когда собирался, приготовил поддон, подлил масло, но маловато. Сейчас немножко подолью. Но сперва нужно долить масло подъемного устройства кабины. Время к обеду уже. Мои комбайнеры только к полю подъехали, к краю. Ну, в принципе, сейчас подсохнуть должно было бы быть. Ну, не знаю, подсохло ли на самом деле. Так, Козян тоже поехал, все они разъехались. В общем, тут остались только два сторожа, Женька и Леха. Начальник куда-то укатил на УАЗике. Сейчас надо выехать, кузов приподнять, там водичка есть немножко. Я так тоже поковырялся немножко. Пару тавотниц заменил на пальцы. Рессор. Сюда вот. Впереди тоже масленка не мазалась. Тавотница, так называемая. Обед я, наверное, тут буду пигли поехать. Ребята, он все равно даже не торопится, комбайнеры. Лобовой это я протер уже до этого. Приспособление, чтобы рука обдувалась. Падла, дребезжит как. Конечно, помазал бы сейчас бы я бы с удовольствием бы
Выжимной? Ну, купили у нас только один целидол. Так, с целидолом я выжимной мазать не буду. Лейтол был бы, да. Целидол набрал, в принципе, то вот пальцы помазал на рессорах. И вот палец, который кузов держит, кстати, тоже промазал, у нее смазка. Больше ни на что не годится. Я думаю, обдует кузов на солнышке. Выход около асфальта у меня будет. О, да ничьи угоняют. Серега обедает. Пойду я тоже обедать нахер с Лехой. Со сталкером. Пойдем по сталкерим ложкой. Нет ничего. Пойдем к обедам, стопочку. У тебя что, не осталось? Да. Все. Я пойду скажу вас. У кого, у Женька? Какого? У кого возьмешь? Далеко. Далеко? Да. Говори, блядь. Где ты, блядь? Угу. Стальная, да. Давай. Догоню. Не, вообще до холл зайти, да? Уж? Да. Холл. Вчера протюха зверин, ебать. Ну ты хули, протрезветь хотел просто. Бля, глянь, весь красный, ёпта. Ну загорел, весь я бледный. Загорел, блядь, загорел, это дзерна, нахуй. Ой, да это загорел. Жень, как бы загорел. А, сзади тебе солома, блядь, на спине. Иди купайся. Под воздухом. Конечно, я сейчас, чё, обдуйся. Так, обдуйся. Она не может с маслом, конечно, делать. Воздух. Сосок тебе. В волосне. А какие шорты? Те, которые я прострелил из пневматики? А? Это не те шорты, которые из пневматики? А, те синие были. Пойдем. Блядь. Бегуру масло летит. Фу, блядь. Женька, домой поедет на обед? Мы за двоем останемся? Чё-то руки, может, их не пачкал. На кнопки нажимал. Бегай, моментики. Да? Далеко, значит. Лапшихина, что ли? Лапшихина, что ли? Хуилочку тебе, не бутылочку. Сейчас, сейчас я макарошку наебну, и будет Вася. Комбайнер все равно там шкерится по кабинам. Крысы, да? Ага, бля, на лужок вышли бы, тенек сели бы. Вы не сказали, что кого-то ждете.
Шапка, потише. Так, слушаю вас. Иди нахуй. Вкусно? Чесночком, бля. Все, вот кастрюль. Катается, да. Кто катается? Скажите, а почему вы обратились именно к маме? Бля, если честно, мужик какой-то к нам идет. Мужик какой-то к нам идет. Мне тоже. А как он оглядывался-то, а? Как он шел, оглядывался. А я с тылу зашел, Леха. Че там тебе? Ну, покажи. Покажи, чего тебе там. Пузырь. На-ка. Ты иди, а то Иван спрет, спалишь всю контору. Мне. Я? Всю контору спалю? Я скажу, это моя. Бля, тут лежат-то я не видел. А, блядь. Ни один ты такой хитрый. Хорошо? Ну пойдем покурим. Два алкаша заходит к сторонам. Один пошел за вином, второй за бусы. Ну, подходит, блядь. Такой, дайте говорит, мне вот сыру, блядь. Да вам какого? Он такой реп чешский. Блин. Через весь магазин такой говорит, Вась, ты меня вчера каким хуем назвал тут? Голландским. О, голландским. Пошли стол открывать. Пойдем, откроем, я ебану 50 грамм, ты пойдем нахуй. Сортирую. Хуй приедет, блядь. Какого хуя? Хватит, а что? Свет будет. Ну куда? Сюда сыпь, да? Какая-то тут кучка. Ну сыпь, да. Я не знаю, как он тебе сказал. Ну не знаю, как. Вот, в одну линию. Ну, а я сколько он сказал влажно? 10%? Да здесь он сейчас еще подсохнет да, будет. А знаешь, сколько было вчера? 8, да? Сколько? Да это сушь даже. Ой, хуй. Вот, сюда свалишь. Да, я прям масс, свечку, кузов. Блядь, пойдем сюда. Пойдем, едем. Работа у меня сегодня козырная. Весь день ходить по базе. И с Лехой ха-ха ловить. Время час. Ну, дон мигает. В принципе. Блять, вот я встал, а. Фу, бля, гниль. Отходы вон сырые. Пшеницы какие-то валяются. Воняет. Наверное, последний ход мы эту хуету сеем. Начальник сказал, эту хуйню будешь нарастить не будет. Лучше горох это посеять. Вместо этой сурепки. Рапс еще будет как-то менее сейчас будет. Да чер же как рапс. Что рапс, что сурепка, блядь. Одни яйца только в профиль. Ну, ребят, помолоть тот же самый ячменька, что вчера. С мусором. Вот это вот. По 150 рублей мешок населению отдают. Не знаю, сейчас чистый ячмень почем? По 250 или по 300 рублей мешок. Набрали. Ребят, что-то там. У Серёги вот мигает. Проблесковый маячок. Ну, блядь, горки-то не видать. Обычно его с горкой набрато. Тогда начинает включаться. А, ну он загонку отрезать. Лёха по краю идёт. Ладно, подожду, когда наберут. Возить тоже, чтобы недалеко, в круглый ангар.
тут у меня. Желтые, половина коричневые, половина темно-серые зерна херпомет. Начальник мерил в обед, был 10. Мусору, конечно, тоже хватает. Но если наврали, я сказал, тот сегодня говорил, 18 рублей за тонну уже цена дошла вот этой хероты. Все, кончилось. Есть. Ждем второй бункер от Лехи. Полный, конечно, не влезет. Но сколько влезет? Че, слазим, пойдем посмотрим, как молоть. Сейчас, в принципе, может с Лехой в кабину напроситься. Напроситься, просто взять и покататься. Напроситься, да? По-моему, разрешение будет просить. Сядем и будем кататься. На открытие. Все равно они тут 4 круга делают, чтобы бункер набрать. Фу, у меня время, по. Что, прыгаем? Алексей, бункерок примерно по объему равный доновскому, ну с горочкой насыпал, в общем. Сейчас мы свалим в складик и с ним покатаемся, наверное, помолотим немножко. Посмотрим уборку глазами комбайнера, так сказать. Что 10% до сих пор влажность, ну в принципе нормально. Вроде бы при 15 даже забирают. Ну, урожайности здесь никакой, то есть, если у полполища нету, а на молочную две машины. Еще, может, машины две. Дай бог три намолотит и все.
глазами комбайнера. А то глазами шофера неинтересно. Скукота. Там Лёхе только Евдокову не скучно. Он говорит, мне там женёк всю сортировку засыпает ячменем. Он стоит ячмень, там смысл его лопатить. Че, он просто все там продает? Ну да. Спорта? Ну да, прям спорта. Сорные. Сорные. Приехал весь, блядь, ворчит, блядь. Там чё, неохота, наверное, нафиг, блядь, работает. Лёх взял бутылку, сейчас вот сбегал, блядь. Бобби успел сбегать, нафиг. Его не было минут 10, может. Ну, куда меньше? Пешком. Где-то поблизости точка. В РЭС, наверное, может. Да я там в будке сидел, да. Там куча сытости. Забился Серега, видать. Нихуя себе. Или наружу? Туда можно? Ну ты молодчина, бляха-муха. Вот это вжёг. А у тебя багра нету? Сейчас багор хорошо был. Не провалюсь я никуда туда? Да, наверное, не провалюсь. Не пойдет на стол. Клево. А у тебя багор есть? Да, багор, да, два. Крючок? Плотно ты нашинковал ее. Конечно, пока не запищала. Блять, мои рукавички в мазь. Сейчас я тебя тоже подсоблю. Сколько? Полтора часа? Ну, а сидел. В этом час, да? Иван говорит, что все равно будет. Поболее забрали две машины.
нет, его нет. Ну, возмите, все понятно, дело и не должно быть. Ты тоже напомнишь? Ну, и там тоже. Ну, а он белый, видать. Серёг, я пока там нихуя не вижу, кроме соломы. Ой, блядь. Это хвостик там. Так я кочергой брошу. Ну, блин. Хорошо, натрамбовало. Когда дно появится? Понятно. Так есть. Во. Понятно, тут одна и чуть-чуть осталась. Да, интересно, блядь. Соломотрячки. Простая и неказистая, как жизнь простого тракториста. Села хорошо туда вниз. Ну там где ремень завязал, правда. Ты через низ там попробуй, Серега, получится? А через низ там не получится потянуть? А, ты тем хочешь? Перевести. Короче, перевести не на измельчитель, а просто выкидывание соломы. Полностью снять крышку. Чтобы котелку упало. Ну там первая маленькая котелка. Да в принципе самое тяжелое там выкинуть, там, блядь, больше. Там стручков больше осталось, блядь. Первая кучка на этот сезон есть. А, ну да. Остался. Кто? Она? Подожди, Серег, что упадет совсем. Thank you.
Я понял. Бе-бе-бе. О, зато вся конструкция измельчителя налицо. И твои хуёвые ножи. Хуёвые ножи новые, видишь? Угу. Достаточно эту крышечку сюда, хоп, и все. И ты забудешь про эту проблему. Давай, крышечку на место, хоп. Давай. И поедем. Что там у тебя? О, ремни наплел. А потом ремней у вас не хватает. Кочерга твоя где была? Под ступенькой? А где? Как? В кабине? А, ну ладно, забирай ее обратно. Время-то полтретьего. Не густо, не густо. Давай. Разворачивайся, захватывай обратно. Я как запашу потом, ебаный в рот. Пропусти ее через измельчитель. Совсем другое дело.
немножко подраскидал ее. Ну ладно, ждем теперь набора. Теперь Лех вперед наберет. Работенка сегодня у меня обалденная. 10:05. Сижу, жду третью машину. Слушаю радио Маяк. Выпиваю практически пустой термос из кофе. Слушаю передачу про кино. И смотрю на двух комбайнеров, которые пытаются что-то взять с этого поля. Да, не густо.
Еще даже 10 центнеров гектар не будет. И пока правительство не обращает серьезного внимания на то, что оно потеряло поколение. Не актив. Сейчас просто не актив. Поколение это потеряло. 4:20 время. Дождался я бункер от Алексея. По моим подсчетам он где-то 1:20 катался по полю. Молотил всю репку. Набрал. Я просто так прикидываю, через сколько мне ожидать следующего молота. Да. Долго. Третья машина. Весь намолот с этого поля. А, ну еще полмашины на той базе Серова, которую я отвез как-то пару дней назад. При первых испытаниях поля. В общем, бляха-муха, как и так. Ладно, сейчас выход отсюда, чтобы не дымить здесь особо.
Чё? Курим? Час с лишним. Ну и чё же он мне, Иван, что ли? А ты песню понимаешь? Как это, играл даже? Чисто небо. Не. Сталкер. Вон Петька Михайлович приехал. Когда на базе свободы там это, ёбаный, ошок, блядь, там. Что-то они там раз, типа, ну там вот, а их вот. Там что-то они спорят, типа, они ко мне там, типа. Говорят, вы ещё раз тут пиписки мне, блядь, в Америке нашли, там сейчас мерятся, блядь. Вот и где-то промокодно есть. Да мне некогда играть. Нет, ну зимой будешь играть. Вот туда люди. Эх, надо помогать людям. Лёх, никак не можешь к своей бутыли пробраться. Начальник пасёт его. Ну, не пасёт, конечно. Вот. Бутылька. Бутылька. Огурчик. Джентльменский набор. Опа. Опа. Оп. 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 Пойдемте. Поделись, скажи, что я ее разбил, что ли. Его инфаркт ебнет. Снимай, как я для тебя воровал бутылку. А сейчас снимай, как ты пьешь. Иван пьет. Быстрее. Владимир Иванович, можно вас на минутку? Тут Алексей злоупотребляет спиртными напитками на рабочем месте. Это допинг. Допинг? Вон, фильтр, Лёх, поставь себе. Огурец запылится, Лёх. Во, блядь. По огурцу он тебе испалит. По огурцу он тебе найдет. Теперь можно работать. О, видишь как. И теперь пыль не пыль, да? Теперь разберечку придет. О. Скажет, сок гадер, ебал запрыгнул. Ну-ну. Так разгрузил меня. А Серега опять забил измельчитель. С ним сейчас выкорчевывали. Опять снимали стенку, которую переводят измельчитель либо в рабочее состояние, либо в укладку волок. Опять мы ее сняли, опять выкинули все содержимое. Ну, сейчас вот замигал, вроде бы заработал. Ну, блин, сел в МАЗ, что-то замком случилось. В общем, здесь какая-то то ли пружина слетела, то ли еще чего. В общем, нажимаю, а он не срабатывает. И теперь дверь не закрывается. Только если вот в районе замка посильнее хлопнуть, то закрывается. Изнутри у меня этого не получается сделать. Всю дверь испачкал, бля. Зато надо взять щетку, МАЗ помыть. А то он после этого рапса и дождей налип. Я сегодня еле оттер стекла и лобовое стекло. И то вот сверху, и так его не отмыл. Не дотянулся. Когда у меня кабина была отложена сегодня. Вот здесь вот все стекло, вот оно в этой шелухе всякой. В общем, зато надо помыть будет. Блин, замок, хреновое дело. Время без 15:09 вечера, у нас уже сумерки, ребята включили фары на комбайнах. Мне сгрузил Алексей пятый бункер, пятая машина моя за сегодняшний день. Поле еще не кончилось, выбирают ребята самые хорошие участки, порезали тут все на клоки своеобразные, где много зелени. Где поменьше. Вот сейчас они вот там вот оставили ближе к картошке, где у нас посажено клоки. И вот здесь вот тоже оставили пятачок небольшой.
Ну или теперь на завтра. В общем, все идет своим ходом. Я вот сейчас взял в руки вторую свою старую камерку, решил снимать сейчас на нее пока что. Так как у той зарядочки, что-то смотрю, уже маловато стало. А мой аккумулятор из Китая почему-то так и не пришел заказанный еще месяц назад. Издалека сначала подумал, Сергей моргает фарами дальним ближним. Оказалось, что это просто мотовило крутит у него. Получается такой эффект моргания. Алексей, измельчитель вообще отменно работает, у него новые ножи, блин, вообще, он фигарит просто. Не задумывайся, вчера у него были проблемы с наклонной камерой, но вот сегодня он, ему Алексей помог, сторож. Сделали они так, чтобы у него при аварийной ситуации можно было в обратный включить наклонную камеру. Он отрегулировался, у него вообще не уйдет, все идеально. Ну, у Сереги единственная проблема, то, что измельчитель забился дважды. Ну, и оба раза я не остался равнодушным, то есть я помогал ему вытаскивать, помогал ему с этой проблемой. Ну, жду Серёгу, когда наберёт, что-то никак, вот он ещё меня не намолотит. Бункерок. Вообще, по идее, уже заканчивать надо, ребята. Потому что сейчас уже роса выпадать начала, и на сухую-то сбивалось Серёге, а сейчас вообще экстремально всё. Все, ребят, цепают мне. А комбайны, я так понял, да, наверное, на вторую базу ребят поставили. Фары там проблеснули как раз сквозь посадку. И Леха меня цепает. Все, наверное, на сегодня. Надо заканчивать сейчас. Пролет не сбить. Вроде бы все. Собрались уже, автомобилисты приехали, начальник поехал на турбазу за комбайнерами. А мне мест не оставили, что ли? Десять часов вечера, друзья. В принципе, собрались дружно. Что сказать? Оказывается, пшеница не пошла у ребят. Сырая. Вообще, год интересный, все через жопу, ячмень убирается, сурепка, в принципе, тоже, пшеницы нет. Всегда сдоль наоборот, в принципе, должно быть, то есть пшеница первым подходит, дальше уже по ходу другие культуры.
У нас в этом году, блин, ячмень убирается, это не. Завтра, скорее всего, если погода позволит, опять будет молотить ячмень. Скорее всего, здесь где-то около базы в районе, может, первый сев, может, тут Заречный у нас есть, недалеко от поселка, прям на выезде, где мы начинали прошлый год уборку, возможно, туда появится. Но завтра надо убирать вот этот вот навоз, всю репку. И, в принципе, наверное, тоже перебросить куда-нибудь на зерновые. Ну все, друзья, на сегодня все. Всем пока. Спасибо, что смотрели. С вами с нами. Удачи.